Заместителю председателя правительства России показали приемный покой, операционные и реанимацию. Все отделения ничуть не уступают европейским клиникам, отметила вице-премьер. А вот на некоторые творческие коллективы Кубани сегодня и вовсе равняются. Небольшой концерт для гостей устроили в Краснодарской филармонии. А в Школе народного искусства имени Захарченко молодые артисты только начинают свой профессиональный путь, но уже сегодня известны не только в крае. Признание этого коллектива пришло не сразу. Оно формировалось годами. И огромная благодарность Виктору Гавриловичу, который создал этот коллектив и поддерживает его на таком блестящем уровне. На вас лежит огромная ответственность. Поэтому я желаю всем вам успехов. Держите высоко это знание. Побывала заместитель председателя правительства страны и в Академии футбольного клуба Краснодара. В это время там как раз проходили школьные уроки. По итогам объезда Ольга Голодец высоко оценила все посещаемые объекты.